вечер, уважаемые телезрители. В свое традиционное время, во второй четверг месяца, в эфире программа «Диалог с властью» в студии Елена Архипова. Как обычно, я приглашаю в этом диалоге принять участие вас, наших зрителей. Сегодня работают сразу две телефонные линии. Номера 582-3088 и 786-5425. Во время эфира они будут на ваших экранах. Пожалуйста, звоните. Тема для обсуждения сегодня довольно обширная. 2012 год, наши общие планы, наши задачи, наше настроение, куда тут без него. В общем, я думаю, что скучно не будет, тем более ожидаются и в нашей студии гости. А весь этот телевизионный вечер с нами глава Мытищинского района Виктор Азаров, которого я с удовольствием представляю в нашей студии. Здравствуйте. Добрый вечер, Лена. Добрый вечер, наши уважаемые телезрители. Ну, Виктор Сергеевич, на прошлом эфире мы с вами не затрагивали перспективы 2012 года, тогда только начался, и говорить, в общем-то, особо пока не о чем было. Сегодня же есть уже первые результаты, и вот каким, на ваш взгляд, был январь для Мытищинского района? Ну, январь у нас начинается нормальной каждодневной работой. В этом году у нас много планов намечено, и я вот убедился, что эти планы мы начинали реализовать уже с января. Ну, наверное, нам запомнится январь, конец января, начало февраля, это вот низкими температурами, поэтому уделяли много внимания это как раз вот отопительным вопросам, особенно в сфере, социальной сфере. Пурга, вот буквально на прошлой неделе он у меня намечался прием в общественной приемной, это в школе, в Дружбе, к сожалению, не смог приехать, попал в пробку. Вот, тоже транспортная проблема, да, непогода, транспортная проблема, кстати, которую мы тоже планируем в этом году также реализовывать, целый ряд вопросов по транспортному обеспечению Мытищинского района. Но все равно мы потом встретились с гражданами буквально через два дня, выходной день. В этой же общественной приемной. Вчера буквально в 28-й школе проходил прием люди граждан. Люди приходят, активно обсуждают вопросы. Вы знаете, вот я хочу напомнить, мы в прошлом году сделали 10 общественных приемных, и сейчас работа приобрела уже такой плановый характер, и достаточно много населения приходит в эти общественные приемные, и мы решили вот в этом году активизировать работу, и практически еженедельно специалисты, профильные специалисты администрации Мытищинского района принимают участие в приеме граждан, потому что достаточно много граждан, и хотелось бы это все оперативно нам решать. В графике, который сейчас публикует, кстати, газета «Родники», и на сайте вывешены указанные специалисты городских и сельских поселений. То есть... Абсолютно правильно. Мы решили проводить прием граждан по профильным вопросам. Если формируется группа вопросов в сфере ЖКХ, значит, по вопросам ЖКХ приглашаем специалистов. Если там по земельным вопросам, то вопросы решают земельные, юридические вопросы юристов. То есть такая более активная работа вот в этом году началась, и я думаю, что она также принесет позитивный результат. А если говорить о массовых мероприятиях, ну, в этом году, вот, буквально в этом месяце мы провели кубок главы по плаванию в нашем новом бассейне «Бригантина». Международные соревнования, уровни международного соревнования, были спортсмены с Украины, России, с Польши, Болгарии. Я считаю, год культуры мы так тоже грандиозно отметили, открытие года культуры, массовые мероприятия, приятные мероприятия. Вот мы в этом году запланировали еще целый ряд мероприятий, вот именно связанных с реализацией программы года культуры. Как вы думаете, вот они поднимут статус сегодня и работников культуры, и вообще этой сферы? Обязательно поднимут. Даже тот факт, когда мы делали торжественное открытие года культуры, я уже видел в глазах наших работников культуры некий огонек, что наконец-то мы обратили на них внимание. То есть вот. Но не в плане того, что мы никогда не обращали внимания, а именно повышенное внимание обратили. И мне кажется, нам удастся в этот год культуры вот подчеркнуть значимость этой сферы. Что ж, мы будем ждать этих творческих успехов новых наших работников культуры. Ну и они приготовили для наших жителей много подарков. Это будут и премьеры, это будут новые направления в массовых мероприятиях, которые у нас традиционно проводят. То есть работники культуры сами себя мобилизовали в этом году, чтобы вот показать свою значимость. То есть культуру в народ. Как и прежде, лозунг такой. Ну, Виктор Сергеевич, прежде чем мы посмотрим сюжет об открытии года культуры, напомним нашим зрителям, как это было, ну, хочу немножко вот взять на себя смелость и дополнить те события, которые были уже сейчас, вот буквально вчера,
вы об этом не упомянули, в Доме правительства, и наш Мутищинский район, и вы лично, как глава района. Я хотел об этом попозже нам упомянуть. Были награждены почетные грамоты губернатора Московской области. За что? Приятно было то, что Мутищинский район по итогам 2011 года был отмечен как один из лучших районов Подмосковья. Это по целому ряду социально-экономических показателей, по которым оценивается работа муниципального образования. Это не моя грамота, это грамота района, это работа всех глав, всего населения, потому что вот каждый вносит свою толику, те показатели. Казалось бы, это формальный показатель, но эти показатели наглядно говорят о том, что мы с вами из года в год набираем темпы, обороты. Растет количество детских садов, вводятся новые школы, спортивные объекты. Все это идет за счет. Вот из года в год вот это отмечается, фиксируется. И вот наши темпы по всем показателям социально-экономического развития по сравнению с другими муниципальными образованиями одни из лучших в Подмосковье. Поэтому вот эта работа наша была отмечена почетной грамотой губернатора. Что ж, тогда поздравляем всех нас. Всех нас, всех жителей Мутищинского района. И смотрим сюжет об открытии Года культуры в Мутищинском районе. В театре «Фест» прошла церемония открытия Года культуры в Мутищинском районе. Известные художники, учащиеся художественных школ, фотографы представили свои работы на выставке в фойе театра. Каждый желающий смог принять участие в мастер-классах и своими руками создать изделия народных художественных промыслов – Жостова, Федоскина, Былина, русский батик. В нашем районе работают 170 клубных формирований, которые объединяют порядка 3000 человек. В 9 школах искусств обучаются 3500 детей. В том, что у ребят есть возможность заниматься танцами, пением, рисованием, музыкой. Огромная заслуга всех работников культуры. В их адрес слова благодарности звучали на открытии Года культуры от главы района. Подарком для зрителей в честь такого праздничного события стал показ премьерного спектакля театра «Фест» «Призраки». Ждем новых успехов наших творческих коллективов. А сейчас у нас первый телефонный звоночек. К нашему разговору подключаются телезрители. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела обратиться к Виктору Сергеевичу. Моя фамилия Лопатина Наталья Алексеевна. Я многодетная мама и мама ребенка-инвалида. Хотелось бы поблагодарить Виктора Сергеевича за помощь в предоставлении земельного участка многодетной семье, за социальную политику, которая проводится в отношении многодетных семей, семей, имеющих детей-инвалидов, и поблагодарить за прекрасно организованный летний отдых, зимний отдых моей дочери. Спасибо, до свидания. Спасибо, Наталья Алексеевна. Да, ну вот по многодетным, по земле, конечно, мы работу сейчас системно наладили. Вот, ведем подготовку, формирование очереди, встречу с нашими уважаемыми многодетными мамами. Вот, и надеюсь, что в этом году мы в конце года сможем реализовать вот этот указ президента, то, что заложены деньги в бюджет, и есть все основания вот, реализовать этот указ в полном объеме. У нас, к слову, 1100 многодетных. 1100. Сейчас уже на очереди порядка 500, вы понимаете, это огромнейший объем. И вот спасибо то, что вот делается позитивная оценка работы администрации. Это редко услышишь. Так что, Наталья Алексеевна, спасибо. Ну вот эти первые шаги уже оценены. Но хочу напомнить нашим зрителям, что сегодня мы говорим о планах и перспективах 2012 года. И вот на нашем эфире сегодня должен был присутствовать глава сельского поселения Федоскинского Евгений Алексеевич Балакирев. Но, к сожалению, он заболел. Мы ему желаем скорейшего выздоровления. Но, Виктор Сергеевич, вы как глава района тогда поддерживаете сельских жителей. И сегодня немножко поговорим и о развитии этой территории с вами. Год культуры, конечно же, участвуют и все поселения. Вот в сельском поселении Федоскинском, оно самое дальнее. На чем будет сделан акцент? Наверняка обсуждали это. Ну, в сельском поселении Федоскинское есть такие известные музеи, как музей танка Т-34, с которым мы активно сотрудничаем, который, кстати, в этом году планирует расширяться и приступит к реконструкции, строительству нового здания. У нас постоянно с ними идет контакт, постоянная работа, особенно в плане воспитание подрастающего поколения.
Традиционный наш праздник – это суворовский бивак на, будем говорить, святых землях Рождественна Суворова. Это место, там, где проживала семья Суворова. Вот это и юбилей Федоскинской фабрики, 80 лет будет, не фабрики, а школы при Федоскинской фабрике, 80 лет. Это тоже событие, которое затронет и Мытищинский район, и, конечно, будет охвачено в рамках года культуры. Виктор Сергеевич, ну вот один из серьезных вопросов, это Федоскинская фабрика наша. Сейчас много идет разговоров и о банкротстве, и о каких-то проблемах. Это не первый год. Как-то сдвинулась ситуация сегодня. Что может в этом случае сделать район? Есть ли какие-то полномочия у него, чтобы помочь этой фабрике сохранить наш промысел? Ну, я читал много статей в интернете, в печати по вообще состоянию народных промыслов в России. Вот там затрагивалась как раз и ситуация по Федоскинской фабрики лаковой миниатюры. Мы 2 года назад, вот район и поселение сельское Федоскинское инициировало тему возможности передачи этой фабрики в муниципальную собственность. Не из-за того, что у нас есть сомнения, там, что собственник сейчас Московской области неэффективно управляет, но у нас есть определенная озабоченность вот, в рамках тех тенденций, которые происходят со всеми художественными промыслами в России, что может это произойти с Федоскинской фабрикой. А там все-таки работает, это основное место работы для жителей поселения Федоскинское. Это же наши коренные жители. И, к сожалению, вот мы не получили поддержки, но, правда, вот наша инициатива заставила собственника обратить более внимание на эту фабрику, так как она была практически на грани банкротства. Сейчас мы инициируем тему создать акционерное общество, чтобы в этом акционерном обществе участвовал нынешний собственник. Это Московская область, районы, поселения. Я считаю, что там надо просто наладить эффективное хозяйствование. Вот. На данный момент вот, есть проблемы, есть долги определенные, но мы эту тему внимательно смотрим. И если опять произойдет ситуация, связанная с банкротством, то обязательно вмешаемся, будем обращаться к губернатору, чтобы мы посмотрели и сохранили этот промысел. На мой взгляд, надо все-таки нам совместными усилиями вот сделать какую-то некую юридическую форму и активнее принимать вот и в хозяйственной деятельности Федоскинской фабрики, и больше уделять внимание нашим жителям. Это, для них это, опять я подчеркиваю, основное место работы. Ну, вот очень хотелось бы, чтобы в год культуры эта проблема была разрешена и промысел продолжал развиваться. А у нас еще один телефонный звоночек. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Сергеевна. И вопрос у меня по развитию спорта и туризма в Мытищинском районе. Вот новый мэр Москвы Собянин сейчас много внимания уделяет строительству велотрасс в Москве. То есть в парках и даже собираются набережную освободить Москвы-реки от Балчика до Воробьевых гор, чтобы там можно было кататься на велосипедах. А вот у нас в районе какие-нибудь аналогичные проекты будут развиваться? Готовы вы этим заняться? Спасибо. Ольга Сергеевна, ну вот, наверное, я открою секрет. Сегодня у нас еще в эфире будет глава городского поселения Мытища Александр Михайлович Казаков. Я знаю, что у него на эту тему есть очень интересные мысли. Вот, и, наверное, мы в разговоре обязательно на этом остановимся. Потому что, насколько я знаю, такие планы есть. Это и сделать и стационарно, чтобы у нас была лыжня обустроенная в Пироговском лесопарке, и создание также велотрассы. Вот, там, кстати, мы вот сейчас инициировали вопрос, это по передаче вот этого Пироговского лесопарка в лесную черту города Мытищи, как раз с целью вот для того, чтобы сделать рекреационную зону, в основном для использования под различные виды спорта. Это лыжи, это велосипеды, это все, что связано вот именно с лесом. Ну, мы к этому вопросу сейчас еще вернемся. Готовясь к этому эфиру, мы побывали в Марфино и отсняли материал о чаяниях сельских жителей. Вот бытует такое мнение, что между городом и деревнями есть различия. И жизнь у сельчан более размеренная, чем у горожан. Давайте посмотрим, потому что в этом же опросе присутствует и мнение горожан, мытищинцев. Так разные ли у них вкусы на жизнь? Думают ли они об одном и том же, или все-таки проблемы у них не такие уж одинаковые? Смотрим сюжет. Чтобы освещение было кругом и дороги нормальные. Вы знаете, и свет сделали, у нас сделали электрификацию дороги в Марфино. Вот.
стоянки нам оборудовали перед домом. Да. Во-первых, вот на деревне ни канализации, ни водопровода нет. Клуба не хватает. Не хватает бассейна в школе, расширить спортзал в школе. Культуры для молодежи, что-нибудь построить, какой-то центр. Ну, для молодых. Здесь очень много молодых. Ну, не знаю, у нас власть-то хорошая, вроде она все сделала. Сделать так, чтобы зарплата у людей не понизилась. Расширение центра мечта. 10 лет мы в этом помещении, и дети большие, им маловато мест. Чтобы потише было еще. Что лампочки горели в подъездах. Привлекать молодежь в спорт. Какими спортивные соревнования, мероприятия побольше? Ну, наверное, еще поликлинику одну или как-то работу усовершенствовать. Я не могу нигде дорогу нормально перейти, потому что на строке тротуары делаешь вот такие. С коляской вот мне сложно ходить. Вы знаете, а мне всего хватает. Ну, как видим, и на городе, и на селе люди просто хотят жить хорошо, чтобы власть обращала внимание на их проблемы и не забывала о них. И вот как решаются эти проблемы в городском поселении Мытищи, мы сегодня узнаем из первых уст. У нас в студии глава городского поселения Мытищи Александр Михайлович Казаков. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые мытищинцы. Спасибо, что смотрите нас. Ну, Александр Михайлович, вам огромное спасибо, зная, какой вы любитель и ценитель хоккея, что в данный момент идет такой великолепный матч, как Россия-Финляндия. Вот надеюсь, что кто-нибудь из зрителей будет хотя бы нам сообщать счет, а вдруг там позитивный момент, а мы об этом не знаем. Хотя бы порадуемся вместе. Пожалуйста, звоните и сообщайте счет матча. Ну, если только позитивный. Позитивный, да, негативного нам не надо, и так хватает. Александр Михайлович, вот только что мы переживаем сейчас вот такие вот крепкие морозы. Наверняка они будут еще в течение всей зимы. Насколько коммунальное хозяйство справляется, есть ли аварии, какие-то жалобы? Ну, я, как и все мытищинцы, радуюсь таким морозам. Хоть и настоящая зима наступила, потому что когда слякоть так неприятно, сейчас морозы, снежком побольше, конечно, если бы выпало, было вообще прекрасно. Мы вообще морозы должны испытывать, потому что мы Россия, и в России должно быть и жарко, и холодно. Мы закаленные люди. Но если говорить о коммунальном хозяйстве, я уже об этом говорил, что для нас, для коммунальщиков, себя не отношу тоже к коммунальщикам, хорошо, когда стабильная морозная температура, потому что система работает в едином режиме, скажем так, и не нужно там переналадки делать. Плохо, когда перепад идет от плюса к минусу. Тогда основной теплоноситель приходится менять его температуру, и начинаются новые наладки оборудования, где-то холодно в квартирах, где-то тепло. Вот когда стабильно холодно, тогда стабильно работает система. Ну, вот сейчас стабильно холодно. Есть звонки с жалобами? Какие-то практически проблемы? Нет. Да и время жалоб-то прошло по теплоснабжению. То есть хорошая несколько подготовка. Лет. Да, потому что уже десяток лет мы занимаемся реконструкцией систем теплоснабжения. Фактически закончили. У нас закольцован город этой системой. У нас любая котельная может подать тепло в любое фактическое место города, поэтому в случае выхода какого-то участка мы срочно отсекаем этот участок, подаем по-другому тепло, поэтому проблем таких не испытываем. Ну вот была у нас небольшая авария, скажем так, на котельной химволокно, утечка, но я думаю, жители не почувствовали, потому что в течение получаса она была устранена. Раньше, помню, были времена, когда по 5-7 аварий в день, тогда, конечно, все быстро, даже сливали воду с домов, чтобы не разморозить дома. Но такого уже давно не было. Ну, слава богу. Ну, и я думаю, что низкие температуры все-таки дают возможность проверить, насколько объективно отрапортовали все коммунальные службы по подготовке к зиме. То, что у нас всегда ставит задачу губернатор до 16 сентября, 15 сентября отчитаться. Ну, вот сейчас реально показала температуру, что действительно готовность 100%. Хотя, конечно, были вопросы у нас вот и по социальным учреждениям, в социальной сфере, там по детским садам. Ну, как мы всегда говорим, надо сани готовить летом к зиме. Учтем, и вот в этом году обязательно там вот приведем в соответствие, особенно систему отопления. Она то есть морозы тоже не готовы для такой низкой температуры. Подвигали на определенные работы. У нас есть телефонный звоночек, говорите, пожалуйста. Счет тут хочется сообщить. Добрый день. Добрый вечер. Вопрос такого рода. Вот недавно на станции железнодорожной Донецкой установили палатку тек-шопа вот на вход на саму платформу.
Вот как вы считаете, хорошо ли это влияет на нравственность жителей нашего города или наших детей? Хороший вопрос. Вы знаете, нас не спросили. Вот такая ситуация, что власти при этом не спросили, потому что эта железная дорога сдала в аренду на своей территории, дала возможность установить палатки. И не только это, там несколько палаток. Если вы помните, мы пытались забором их отгородить. У нас не очень получилось, потому что забор стали рушить и нарисовать на нем. Но я думаю, что мы весной продолжим. Если железная дорога хочет устанавливать палатки, то пусть на своей территории, а мы жестким таким забором, ну, например, как в парке, отделим эту станцию Тайнинскую, нашу территорию от их. Несколько раз обращались, в том числе вот Виктор Сергеевич, через губернатора, чтобы железная дорога убрала свои палатки, и не только в Мытищах, это по всей области, с территории железнодорожных станций. Но они нас не слышат. Они, наверное, даже не проверяют, а что в этих палатках продают, мы проверяем. Ну, по этой палатке конкретно, я думаю, что уже УВД работает на сегодняшний день. Будем ждать решения. Да, мы были осведомлены, там не только, будем говорить, это секс-шоп, и продаются некие непонятного содержания порошки. Вот, и обсуждали вот буквально на этой неделе на оперативке силовых структур, чтобы принять меры и поработать с этой палаткой. А в свою очередь, наверное, повторно все-таки обратимся на руководителя РЖД, так как в свое время нам было обещано, что вот в полосе отвода железной дороги никаких торговых точек не будет. Но они почему-то возникают. Обратим внимание и будем более настойчивы в том, чтобы эту палаточку убрать. Не только эту палаточку, вообще эти все палаточки убрать оттуда. Очень активно сегодня зрители. Пусть цветами торгуют. Цветами, вот цветы можно. Мы женщины так любим цветы. Цветы, билеты проездные, что угодно, но только не, да, не секс-шоп. Давайте послушаем еще нашего телезрителя. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Главы Александр Михайлович и Виктор Сергеевич. Добрый вечер. У меня вопрос немножко печальный. Мы сейчас заботимся о живущих, а хочется еще вспомнить о тех, кто уходит от нас. У нас в Мытищах ритуальный зал оставляет желать лучшего. Это просто наш стыд. Есть ли у вас какие-то планы о создании, о строительстве нового ритуального зала? Потому что тот, который у нас на территории СССР, наверное, приходилось прощаться с кем-то. Это неправильно. Спасибо. Ну, я хочу сказать, что да, в СРБ мы знаем, он маленький такой зальчик, там не поместишься. Но планировали прямо на кладбище на Волковском сделать такой зал, вот, силами Пасбон. Не знаю, не довели пока это до конца. Там большой зал, по-моему, и место для прощения. Есть там у них большой зал. Вот, ну, вопрос понятия, надо обратить внимание. Действительно, мы все там в силу обстоятельств бывали. Наверное, для города Мытищи не совсем, будем говорить, по объему подходящее место для прощания с усопшими. Ну, пометим этот вопрос, посмотрим обязательно. Следующий вопрос телезрителя. Говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хожу пешком со станции Перловская до Сукровки. Дорога вся ледяная. Какую зиму мы ждем еще? Через почтоперевозок? Через почтоперевозок или через Явузу деревянный мост? Отключил, он уже звонок. Отключил. Не ответил. Ну, я вот тоже поручал следить, самое главное, за мостами через реку Явуза. Их два у нас, от 25-й школы в сторону станции Тайнинской, правда, и станции Перловская, это туда, скажем так, комплекс Аист, ну, мимо Спара, вот в этом месте. За мостами следим, но, наверное, речь идет не только о мостах, а о этих тропинках через микрорайон, где 80-е дома вот эти вот на Новом Мытищинском, если на Сукромку он ходит. Или через парк, через сквер Стрекало. Проверим, конечно. Но сейчас много льда, к сожалению, погода такая, нет снега, а очень уже лед такой замерзший, его не растопишь даже солью. Посыпать будем. Александр Михайлович, ну вот уже по звонкам, вот нынешним, да, какое количество только с момента вашего прихода в сфере ЖКХ, так уж повелось, что именно к этой теме очень такое крепкое внимание жителей, потому что она касается каждого. И создается такое впечатление, что вроде бы как бы ничего не делается в этом направлении. Вот вам не обидно? Нет, вы знаете, я уже много лет слушаю тему с ЖКХ, и в том числе вопросы, они коренным образом поменялись за эти годы. Если раньше, помню, на эфирах конца 90-х, начала 2000-х годов, главный вопрос был это холодно в квартире, протечка крыши, система там водоснабжения, все гнилые трубы.
основные вопросы. И, конечно, они самые больные для людей, потому что это связано с комфортностью квартиры. То сейчас характер изменился. В основном это, конечно, благоустройство территории, это уборка дорог, это состояние дворов, иногда состояние подъездов, конечно, вопросы возникают. Но вопросы совсем другие. И меня переход этот, конечно, радует. Значит, мы с чем-то справились. А количество вопросов, количество обращений? Количество не уменьшается, и это нормально, потому что если вопросы увеличиваются, значит, люди надеются, что власть сможет их решить. И обращаются. И власть эти надежды. А если вопросов совсем нет, то нужно задуматься. Или все хорошо абсолютно, или уже говорят, да что там обращаться с вопросами, все равно ничего не сделает. Вот власть оправдывает ожидания жителей? Вот, а этому жителей должны обращаются спросить. К вам с благодарностью. Вот не только с какими-то проблемами, да, и с жалобами, а вот с благодарностью за бывает. То, что сделали. Бывает. Не часто, но бывает. Вот мы начинали тему с общественных приемных, и по статистике наибольшее количество вопросов от граждан это по ЖКХ. Потом идут земельные вопросы, имущественные вопросы, ну так по убывающим вниз. И мы, конечно, с поселениями работаем и всегда стараемся оперативно, но, к сожалению, задержка получается. Вот я хочу инициировать эту тему и Александра Михайловича пригласить на такой целевой прием граждан там, общественных приемных именно по вопросам ЖКХ, потому что мне кажется, что вот в зимний период нам есть о чем поговорить. Ну, причем люди приходят, вы знаете, не озлобленные, люди приходят иногда просто с советами, чтобы им дали советы, или высказывать свое видение, как в этой сфере надо работать. Это полезные такие встречи. Ну, мы сейчас наладили обратную связь, потому что у нас открыты приемные в интернете, и моя как главы, и всех служб отдельно, и коммунальные предприятия мы заставили свои приемные открыть на сайте. Чтобы, нет, не все через главу шло. Почему должно все через главу? Все решаться должно теми службами, которые должны выполнять эти обязанности. И вот если это все будет выполняться, а мы наладим контроль, чтобы действительно эти вопросы отслеживались, я думаю, и ситуация наладится. Нельзя, чтобы все шло через одного человека. Это плохо, это вредно даже. Вот, Алексей Михайлович, вот касательно оплаты за услуги ЖКХ, вот с Нового года... Вот, самый больной вопрос, вы сейчас сказали. Вопрос, а почему нет? Потому что с такими же обращениями тоже граждане приходят и к вам, и обращаются во все инстанции. Появилась еще одна строчка, это процент, пусть он небольшой, там 1-3% за оплату услуг банка. Почему так произошло? Ведь значит, ну, даже пенсионерам эти копейки тоже важны. Я понимаю, о чем речь. Первое, хочу сказать, что мы... Понимая, что очень сложно жителям сегодня разобраться в тех тарифах, которые выставляются, калькуляции затрат, мы ввели сегодня еженедельные консультации по четвергам. Специалисты в основном приходят старшие по домам. Где? Старшие это вот здание администрации. На первом этаже, по-моему, приемной проводятся еженедельные консультации. Ваши приемные можно будет узнать, да, где это конкретные? Можно, приемные можно, ну, по телефонам служб. Можно узнать, и на сайте это есть. Но вы другой вопрос задали. Просто я жителям хочу сказать, потому что вопрос самый больной. А как же все-таки, почему цены высокие? Как проверить, правильно ли они платят или нет? Вот мы даем такую консультацию. И второй вопрос, это, конечно, то, что мы сняли проценты с платежек банка, а они были 1% уплаты. А банки сейчас берут от 2 до 3%. Поэтому жители недовольны, как же так, повышение не должно быть, и вдруг повысилось проценты в банке. Мы по закону поступили, вынуждены были это сделать, это в Москве уже несколько лет, потому что сегодня ни один Сбербанк и ни одна почта оказывают услугу, а банков таких достаточно много, и с каждым банком заключить договор на коммуплатеж, да? Чтобы оплачивать централизованно через расчетный центр, не получается. Поэтому мы, скажем так, в рынок выпустили этот вопрос, считая, что банки должны сами бороться за клиентов и процент снижать. Но они вот ниже двух не хотят держать. Нет, безответственные. Вот я собрал банки 15. Только коммерция. Да? Они борются за прибыль. 15 банков у нас такую услугу оказывают. Терминалы стоят. Но вот удалось добиться, что, например, банк, сейчас забыл его название, Совинком или какой-то, сказал, что мы в терминале не будем брать больше 1%. Сбербанк обещал в терминалах не брать больше 1%. Мы обратились к губернатору и к Грефу с этим вопросом, чтобы чуть-чуть поправить ситуацию, потому что ну, чувствуют, что хотят заработать, как сказал Виктор Сергеевич, что эта услуга выше, чем у них потребности в этом.
Ну, если вот такие есть, ну, скажем, по льготным тарифам, там, 1%, может быть, где-то эту информацию выведете, чтобы люди знали. Не просто, а в каждой платежке приходит у нас теперь перечень банков, и кто сколько значит, берет у них мне процентов. Мне надо тоже внимательно ее посмотреть, потому что не обращаю. А вы можете выбрать банк. И на сайте вывешиваем такой банк, сколько берет процентов. Давайте еще ответим на звонок. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Вас беспокоит старший по дому, улица Летный, дом 18, квартира 67. Это там, где расположен ЗАГС. Вы знаете, у меня такая проблема. Моя квартира расположена прямо над рабочим входом в ЗАГС. Там был 4 года тому назад ремонт. И после ремонта вот в квартире жить невозможно. Такая слышимость. Люди ходят там на каблуках, у меня в квартире все слышно. Но это ладно. Там настолько хлопают двери, я обращалась неоднократно, постоянно к заведующей ЗАГСом, к заместителю ЗАГСом, к Тамаре Михайловне. Я обращалась к Киселеву, к Шкапичу, я обращалась к Тюлюбаеву. Вы знаете, жить в квартире просто невозможно. А как же марш Мендельсона такой дверь, веселый? Вы тоже его слушаете. Либо переделать дверь, либо перенести вход. Ну, как-то что-то надо сделать. Спасибо. Я думаю, надо ЗАГС перевести в отдельное помещение, да. В отдельно стоящее здание. А есть это, да, в планах? Нет, это вот сейчас может появиться, Виктор Сергеевич скажет. Давайте, наверное, ваших возможностях. Ну, если по порядочку, то, к сожалению, вот ЗАГС это у нас областное учреждение. Да, и мы, конечно, услышали, поговорим вот с руководителем ЗАГСа. Если надо, может быть, и поможем там что-то с дверью сделать. Хотя, я понимаю, принципиально там ничего изменить нельзя. Вот. Ну, а в перспективе, Александр Михайлович правильно говорит, надо думать о том, чтобы строить отдельное помещение под ЗАГС. Но опять же, подчеркиваю, это областное учреждение. Мы в силу своих полномочий не имеем права тратить свои средства бюджетные. Я думаю, мы будем участвовать в ради такого строительства. Ну, уже, если нам разрешают, разрешат, там, мы можем там предоставить землю, можем предоставить какие-то льготные условия в плане предоставления технических условий. То есть все сделаем для того, чтобы область построила это помещение. Ну, будем инициировать. А сейчас надо будет посмотреть, что там происходит. Вот, я думаю, и Александр Михайлович даст поручение, а мы поможем с этой дверью что-то сделать, чтобы она не хлопала. Потому что слышимость откуда, надо посмотреть, что там происходит. Вот, так же не бывает, было хорошо, а стало плохо. Значит, что-то там. Ну да, ЗАГС там очень много лет, да. Очень много лет. Поэтому, наверное, это проблема дальняя. Ну, а сколько названы фамилии были чиновников многие, значит, действительно было много обращений. Еще один звоночек. Не можем мы начать обсуждение другой темы. Говорите, пожалуйста. Слушаем. Алло. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Геннадий Анатольевич, проживающий по улице Булварного, дом 3, квартира 23. У меня вопрос следующий. Наверное, скорее всего, насколько все Ленина тещи. Значит, ведется грандиозная стройка по области, по улице Белобородова. Вот. Вопрос следующего характера. Контролируют ли городские власти само строительство улицы Белобородова? Первое, это подключение к коммуникациям, социальные вопросы, это школа, детские сады и прочее. И второй вопрос, архитектурные все вещи, потому что по улице Белобородова все дома находятся кирпичные или монолит кирпич, а там строятся дома совершенно не писывающий, как бы, планирующий, блочный по этому Белобородову. Ведется ли какое-то наблюдение, контроль, согласование с администрацией и так далее? Спасибо. Значит, спасибо. Стройку ведет Министерство обороны. Стройку ведет для своих бесквартирных офицеров на территории бывшей воинской части. Там было 2244, по-моему, база. Дома выбраны серии из петербургской какой-то. Действительно обштукатуренные, скажем так, поверхности, но мы договорились с ними, что это будет потом покрыто вентилируемым фасадом в виде Алюка Бонда. Надеюсь, что это будет, не надеюсь, а уверен, будет выполнено, мы заставим. Что касается социальных объектов, то проект планировки разработан, утвержден, и, конечно, там есть и школы, есть и детские сады, и полный социальный, ну, набор полный социальных объектов в соответствии с потребностями этого микрорайона.
Сложно с ними работать, с военными, потому что они считают, что все социальные объекты коммунальные должны выполняться за счет средств федерального бюджета. Но мы договорились, что будем принимать единым комплексом. Говорили о разбивке на очереди этого строительства. Они сказали, что будут сдавать единым комплексом. Письма соответствующие им отправлены, чтобы они не только дома начинали строить, но и строить школу, детский сад и так далее. Ну и вообще, наверное, строительство таких вообще каких-то объектов, вот, буквально, оно не может быть бесконтрольным. Недели две назад направили обращение в адрес губернатора Бориса Селовича, чтобы он обратил внимание на эту ситуацию, потому что нельзя вводить жилье без социальных объектов. У нас и так там довольно напряженная ситуация. Там и детский сад перегружен, и школа перегружена. Я думаю, что все-таки найдут возможности и изыщут источники финансирования из федерации, субъект федерации, для того, чтобы социальные объекты одновременно были введены вместе с этими жилыми площадями. Очень заинтересованы сегодня зрители в общении с вами, с главами, очень много звонков, и я прошу, чтобы мы все-таки Хочу сказать, наверное, зритель почувствовал, что я владею ситуацией, Виктор Сергеевич, что действительно мы следим за этой стройкой, она не проходит мимо нас, и контроль ведется. Да. Но обстановка сложная достаточно. И мы не менее чем жители обеспокоены этой ситуацией, потому что понимаем, что в конечном итоге нам отвечать за то, что происходит на территории. Но при этом обещано, что все наши бесквартирные офицеры, офицеры, увольняемые из институтов, вот сейчас много очень увольнений идет, все получат квартиры. Следующий звонок, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Павел Иванович, пенсионер. Я по парку вот катаюсь на лыжах. На входе висит объявление: выгул собак запрещен. Но пройдите по лыжной трассе, все деревья в моче. Кто-нибудь отвечает за порядок в парке? И постройте, пожалуйста, им отдельно прогулочную площадку для собак. Спасибо. За порядок в парке отвечает муниципальное наше бюджетное учреждение, возглавляет которое Малешина Татьяна Николаевна. К сожалению, справиться с собачниками ей сложно, она все время жалуется, потому что нет у нас рычагов, штрафовать их мы не можем. Только корить за то, что они там, где гуляют дети, там, где вы катаетесь на лыжах, выгуливают своих собак. Я вам предлагаю опробовать еще другую лыжню, которую мы сейчас освоили для мытищенцев, где проводили сейчас лыжню мытищ, это в бывшем карьере, там, за храмом. Там, наверное, я надеюсь, меньше будет выгула собак, а лыжня должна быть хорошая. Ну, а с ними бороться будем. Нет у нас рычагов, чтобы штраф на них накладывать. Чтобы сейчас поднять настроение, 1-0 наши ведут. Так что поздравляю с этим счетом. Я надеюсь, Жердев забил. Пусть кто забил. Ну, Александр Михайлович, все-таки год культуры в Мытищинском районе. А какой вклад городского поселения Мытищи? Ну, у нас четко распределены в этом плане с Виктором Сергеевичем наши полномочия. Он занимается культурой, которая охватывает, скажем, весь район. Это театры наши, это музеи, это дворец культуры. Я занимаюсь работой по месту жительства в основном. Это ДК Леонидовка, например, это Балтинский сельский клуб, Белениновский сельский клуб, это Паведниковский сельский клуб. И работа по микрорайону, библиотеки все, это моя прерогатива. Поэтому со своей стороны мы проводим по месту жительства мероприятия. Ну, а Виктор Сергеевич в рамках всего района. Миша, мы здесь спальные такие, масштабные. Вот. Да, масштабные. Поэтому здесь у нас четко есть То есть будет какой-то план мероприятий, и он уже наверняка реализуется? Есть два плана мероприятий. Есть план мероприятий городской, есть план мероприятий районный. Мы вот работаем в наших учреждениях, а совместно с районом работаем в районных учреждениях. Ну, Александр Михайлович, ну вот если следующий год и Виктор Сергеевич будет объявлен в Мытищинском районе годом спорта, то я вот обещаю встать на лыжи. Очень хочется много лет, как-то не получается, может, это сподвигнет. Мы вас, замечу, за язык не тянули. Вот сама на себя беру такие обязательства, и ведь трассы уже подходящие в городе есть, и причем в центре города хорошо оформлены, и знаю, что она уже популярна и апробирована на мытищинской лыжне. И вот у меня такое предложение. Вот, может быть, показать всем жителям Мытищинского района и командой глав выставиться на лыжню России в Яхраме в ближайшие выходные и показать, насколько мы хорошая команда. В мирное время эта команда вызовет смех, а в военное время может вызвать панику. Ну что, готовы все-таки? Как предложить? Ну, почему бы нет? Почему бы нет? Сами ходите на лыжах? Вот хотя бы выходные? Ну, на лыжах, конечно, ходим иногда, но любим где-то делать в семье или в кругу друзей.
потому что мы там всем одинаково. Потом мы иногда останавливаемся, разговариваем, чай пьем. Не спеша, не спеша. Лена, а кто вам мешает тоже сразу начинать с «Лыжни России»? Так уж не уж браться так за крупное дело сразу. Если только с вашей помощью, обязательно. Ну вот тогда предлагаю для начала всем на лыжи и коньки. И вот где можно покататься, мы сейчас и посмотрим в сюжете, который подготовили коллеги наши из телевидения «Наши мытищины». Александр Михайлович, сегодня очень много звонков звучало в эфире, и не на все мы успели ответить. И знаю, что 16 января, следующий четверг, на канале «Наши мытищи» ваш эфир. И тогда попрошу, чтобы вот на эти вопросы вы начали этот эфир с ответов. В том числе ответов. По велосипедной трассе. Конечно. Хорошо. Пожалуйста, наши зрители будут ждать. Огромное вам спасибо за этот разговор, за участие. Спасибо. Приходите к нам почаще, вы видите, сколько вопросов. И смотрим материал, где же можно в мытищах заняться зимними видами спорта и просто отдохнуть, подморозиться. Фигурное катание, хоккей, лыжные гонки – все это традиционные зимние виды спорта. В мытищах любителей активного отдыха много, поэтому и площадок, на которых можно провести время с пользой, хватает. Начнем с самого красивого – фигурное катание. В городе 7 оборудованных коробок с залитыми катками. За каждым, и это обязательное условие, закреплен инструктор. Он следит за состоянием ледового покрытия. Впрочем, тут и шайбу погонять не грех. Игры турнира по дворовому хоккею «Золотая шайба», которая ежегодно проходит в мытищах, стали самым ожидаемым событием для юных спортсменов. Безусловно, самые масштабные чемпионаты проходят на территории Ледового дворца «Арена Мытищи» современного спорткомплекса. Это центр спортивной жизни города. На его территории 2 закрытых ледовых поля, каждой площадью 1800 квадратных метров. Впрочем, при желании лед превратится в футбольное поле или гоночный трек. Не обделены жители и лыжными трассами. Одну из них, расположенную у храма Рождества Христова, уже опробовали участники ежегодных соревнований «Мытищинская лыжня 2012». В этом году на дистанции в 100, 500 и 1000 метров вышли около 200 человек. В следующем, уверены местные власти, будет больше. Тем более, что все условия для развития зимних видов спорта в мытищах есть. В планах администрации строительство новых ледовых площадок во дворах и лыжных трасс. Не знаю, как вам, уважаемые телезрители, но мне южанки все-таки ближе отдых летний, когда и позагорать можно, и покупаться. И вот самое любимое место отдыха – это Крязинское водохранилище. И уверена, что я не одна такая. Вот, кстати, в летнее время численность населения Пироговского, где и находится зона отдыха, увеличивается в 2-3 раза. И вот как сделать, чтобы туристы к нам возвращались, чтобы отдыхающих из раза в раз было все больше? И этими вопросами в том числе занимается глава городского поселения Пироговский Юрий Николаевич Уланов, которого я и представляю в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, дорогие мытищинцы. Добрый вечер, дорогие пироговцы. С удовольствием приветствую вас. Готов отвечать на вопрос. Да, кстати, это прямой эфир. Пожалуйста, звоните, и мы готовы, наши гости, ответить на все ваши вопросы. Ирина Николаевич, вот вопрос первый. Вот богатая природа, расположенные зоны отдыха, объекты исторического и культурного наследия. За всем этим нужен уход, нужна хозяйственная такая рука. Вот, и вне зависимости от того, год культуры или не год культуры, вот удается? Удается. По наследству нам досталось очень много культурных учреждений. И я считаю, что городское поселение Пироговский – это маленький культурный центр Мытищинского района. 5 домов культуры, 4 библиотеки. И на душу населения мест, где могли бы граждане и жители городского поселения проводить время, я имею в виду в домах культуры, достаточно и превышает общероссийские и областные показатели. Но ведь не только в обширности зданий, да, дело, а дело в насыщении этих объектов. Так вот, у нас интереснейшая жизнь культурная проходит. А программы? Да, и программы в этом году приняты все. А у нас 67 клубных формирований, занимаются около 1000 человек. 37 клубных формирований детские, где 600 человек занимаются в разных секциях, кружках. Много-много мероприятий проходит. И основные, я сейчас скажу вам. И в этом году такие есть основные мероприятия, да, которые мы запланировали. Это, ну, во-первых, день поселения. Естественно,
объекты культуры все и вся культурная жизнь у нас на этом концентрируется. И кроме того, в день поселения мы традиционно будем, и начали в прошлом году, и сейчас уже организационный комитет занялся этим. А международный конкурс певческого искусства «Молодые исполнители» уже второй год подряд. И сейчас идет подбор конкурсантов. В частности, вот в прошлом году участвовало 9 участников. Но это уже финалисты, так скажем, да, из ближнего и дальнего Подмосковья. И в связи с тем, что... Даже не Подмосковье, там страны были зарубежные. Зарубежные, дальние и ближние, так сказать, зарубежные, страны. Зарубежные, ближние и дальние, да, зарубежные. Да, да. И в связи с тем, что этот конкурс проходит в день поселения, интерес жителей городского поселения Пироговский, жителей Мытищинского района, ну, просто огромный. Евгений Николаевич, прервемся, у нас телефонный звоночек, говорите, пожалуйста. Слушаем. Сорвался звонок, но вот сегодня мы уже обсуждали судьбу Федоскинского промысла. Не такая ли серьезная ситуация в Жостово? Как там дела? Уж очень сейчас вот переживаем мы за наши промыслы. Жостовский промысел – это национальное достояние, которому за 20 лет, в общем-то, не так много уделялось внимания и со стороны государства, и, скорее всего, со стороны вообще властных структур и муниципалитетов. Жостовский промысел обошел вот эти все треволнения и все проблемы. И, на мой взгляд, сейчас нынешний современный менеджмент позволяет развивать вот это вот наше национальное достояние. Виктор Сергеевич, вы тоже, да, занимались вот этим вопросом. Вот сейчас вы... честно вот скажу, когда я столкнулся с ситуацией по Жостово и узнал, что промысел находится в частных руках, вызвало некую озабоченность. Потому что есть недоверие к частному бизнесу, чтобы бизнес занимался художественным промыслом. Сознаюсь, что ошибся. Вот есть, на мой взгляд, прекрасный сейчас образец, как надо относиться частнику к художественному промыслу. Это вот именно Жостово. Потому что грамотный управленец, грамотный хозяин. И сегодня промысел достойно представляет и Мытищинский район, и свою продукцию. Вот сохранил коллектив, сохранил традиции. Это образец, вот как надо строить отношения именно по художественным промыслам, не только в Мытищинском районе, но вообще в Российской Федерации. Слава Богу, что нужны грамотные управленцы, понимаете, а не те люди, которые пытаются из этой ситуации заработать деньги, абсолютно не заботятся о том, какова судьба этого национального достояния. Все-таки дозвонились до нас телезрители, говорите, пожалуйста. Алло. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Елена Николаевна, вас беспокоит из поселка Паведники. У меня к вам даже больше просьбы, чем вопрос. Год назад мы относились к поликлинике поселка Северный. Год назад нас передали поликлинике Пирогова. Вот. И у нас стали возникать проблемы. Первое – это некачественное медицинское обслуживание, неправильное диагностирование, проблемы с льготными лекарствами, замены их. То есть должны были одни лекарства давать, заменяют их другими. Вот, мы обращались в управление делами президента, в Министерство здравоохранения, в администрацию Мытищинского района. Нам в конечном итоге все спускается к главному врачу. Тот пишет ответы, что все хорошо, замечательно. Мы вас просим, помогите нам разобраться и навести порядок с нашей поликлиникой. Спасибо. Ну, это вопрос больше ко мне. Я понимаю, Юрий Николаевич, потому что Паведниковская закреплена сейчас за Пироговской поликлиникой. Вот, я записал, я с главврачом Яниным обязательно эту тему посмотрю все обращения, то, что были за последние годы. Вот, Елена Николаевна, сейчас, к сожалению, не могу прокомментировать, хотя главврач, на мой взгляд, в общем, достоин уважения, он много сделал, это сейчас не тема нашего сегодняшнего эфира. Вот, обязательно мы этот вопрос посмотрим, обсудим с ним. Ирина Николаевич, ну вот у нас хлеба и зрелищ раньше был такой. Я бы еще все-таки несколько слов сказал про жостовский промысел, нашу фабрику. Несколько фактов, очень быстро. В прошлом году исполнилось 185 лет жостовскому промыслу, и мы это достойно отпраздновали. Это раз. Во-вторых, в прошлом году была выставка, интереснейшая выставка «Цветущее Жостово» в Царицыно, в заповеднике московском государственном. Осенью открылся фирменный магазин в Москве
на Кропоткинской. Это магазин-салон, чего никогда никто не мог сделать. Так что приглашаю. Результаты. Да, и кроме того, в этом году открывается еще одна туристическая зона в самой фабрике Жостовской. За стеклом туристы будут проходить, и за стеклом будут мастера творить, а туристы будут смотреть, как это все происходит. Вот видите, это очень те факты, идея, которые позволяют судить о том, что фабрика развивается, и самое главное, что оправдывает. Мастер-класс, дети сами рисуют, детки сидят там рисуют. А потом еще на память им это дали. Впечатляет. Но, Юрий Николаевич, вот если говорить о других, о таких насущных проблемах, с которыми обращаются вам, к вам как к главе поселения, это тоже ЖКХ, это вопросы транспорта. Да, вот да. Как вы их решаете как глава? Вот за счет чего? Насколько много этих обращений, насколько много вы помогаете людям вот, посредством ответов на них? У меня в практике работы, встреча с населением, это ежегодно проходит, в каждом населенном пункте я встречаюсь. Встречаюсь тогда, когда необходимо сформировать программы и бюджет. Как правило, предложения в основном звучат от жителей городского поселения Пироговский, от жителей каждой деревни населенного пункта. Да и вообще диалог с людьми это поучителен. А что вы считаете вот залогом успеха развития поселения Пироговский? Вот что на первом месте, на первых местах должно стоять? Вот? Ну, в первую очередь необходимо создать, это может быть очень общая фраза, да, комфортные условия. В первую очередь это создать условия такие, чтобы человек не боялся, что не будет тепла, воды и всего прочего, вот этих вот самых необходимых жизненных таких вот вопросов, да, а дальше создать и комфортные социальные условия. Это вот о культуре мы проговорили. Человек должен иметь работу. И, естественно, детские сады и школы должны быть, сказать, ну, достаточно их должно быть. И мы занимаемся этим. Да, действительно, за 20 лет приотстали немножко вот в создании данных учреждений. Но с Виктором Сергеевичем нам удается сейчас найти решение как по строительству детского садика, по расширению школы и созданию неких спортивных сооружений, таких как теннисный центр, да, открытый каток. Так что двигаемся вперед вот по всем сферам развития. А это все происходит от желания помочь людям, от желания действительно не просиживать место, да, который позволил управлять городским поселением Пироговский, вот, а просто создавать. Мы в этом году всеми правдами и неправдами вот умудрились попасть в федеральную программу по модернизации образовательной системы по программе «Село», хотя Юрий Николаевич городское поселение. Ну, надо сказать, уж целый ряд слов благодарности в адрес работников областной администрации нам помогли. И вот мы попали в эту программу. У нас сегодня есть реально в этом году приступить к строительству, пристройке школы в Пирогово. Это так долгожданная пристройка, потому что она действительно там необходима. Вот. И проявляя, будем говорить, инициативу и порой нестандартные варианты подхода к решению проблем, все-таки получается возможность привлекать денежные средства из федерального бюджета, из областного бюджета, потому что это очень дорогостоящие проекты. Я думаю, что мы дальше так и будем продолжать. Вот, Виктор Сергеевич, вам и со стороны, и с должностной высоты легче оценить деятельность руководства городского поселения Пироговский. Вот сейчас вы можете поставить оценку? Я считаю, что Юрий Николаевич очень эффективно управляет своим поселением. Вот он не говорит, а я вижу, что у него проблемы достаточно большие с тем, что достался сложный старый жилой фонд. Это большая проблема, и ее надо будет решать в ближайшее время. Хотя Юрий Николаевич находит возможность решать и даже вот эти вопросы, имея довольно-таки скудный бюджетный ресурс. Я считаю, что очень эффективно работает, и у меня есть стойкая информация, пользуется доверием и
популярностью у населения. Гороскопы. Ну, это замечательное напутствие. Это не мне спасибо, это население. Спасибо, уважаемые друзья. Вперед на реализацию вот таких вот масштабных планов, которые у вас есть, Ирина Николаевич. Я благодарю вас за участие в этом эфире. А мы сейчас будем смотреть сюжет, который нам скажет об ожиданиях, которые связывают жители Мытищинского района с 2012 годом. Перемен к лучшему, стабильности в развитии нашей страны. Ну, хорошего ничего, наверное, не будет. Как был, так и останется. Улучшение, конечно. Более дешевой продукции, большего порядка в стране. А самое главное, чтобы не было коррупции. Увеличение детского пособия ежемесячного. Вообще ничего не жду. Чтобы побольше пенсии были, чтобы обеспеченные пенсионеры были. Я ветеран труда, а пенсия маленькая. Я не жду конца света, это точно. Мне кажется, что его не будет. Всего самого хорошего. В этом году я пойду наконец-то на работу, начну новую жизнь и, возможно, обрету личное счастье. Понятные ожидания, они близки каждому из нас. И вот сейчас мы продолжим наш разговор и ответим на еще один телефонный звоночек. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте, меня зовут Светлана, и я вас очень внимательно слушаю. У меня вот такой вот вопрос. Добрый вечер. Вы все о каких-то планах говорите, о перспективе, а весь мир к концу света вообще-то готовится. Ну, спасибо за такой вопрос. Ну, абсолютно что ж, мы обсуждаем 2012-й, да. Перспективы. Ну, вот считают, что и такие, не Виктор Сергеевич, как вы? Ну, многие знают эту историю с календарем мая, что календарь мая заканчивается на 2012 годом, и это значит, будет конец света. Я просто немного интересовался, в силу того, что мне интересно, вот эти все исторические моменты. Вот, конечно, заставляет задуматься вот и ситуация, которая складывается в мире вот в конце года, в начале года. Это геополитическая обстановка, будем говорить так, вот что сейчас происходит у нас в Северной Африке. Вот эти революции в Египте, в Сирии, вот эта ситуация. Вот, кризис мировой финансовый, который затронул, казалось бы, для нас абсолютно незыблемую старую добрую Европу. Хотя надо отметить, что вот этот серьезный кризис абсолютно не коснулся России, Российской Федерации, которая стабильно сейчас чувствует себя вот на всех этих банковских рынках. Вот. И, естественно, вот все эти события заставляют задуматься о том, что любая революция, мы ведь проходили, вот в истории нашего государства было две разрушительных революции, которые привели к неоправданным жертвам, к разрушениям, вот, из которых мы долго выходили, долго восстанавливались. Наводит на ту мысль, что для нас главная ценность сегодня – это стабильность, стабильность ситуации. Мы сейчас должны делать планы, рожать детей, заниматься своими обыденными делами. И не думать. И не думать ни о каком конце света. Да. Кстати, насчет конца света. Вот буквально недавно я с двумя уважаемыми гражданами Мытищинского района, это Владимир Викторович Аксенов, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт, беседовал с Виктором Георгиевичем Санаевым, он приезжал с Мексики, там как раз вот эту тему мая затронули, вот, пообсуждали, посмеялись, вот, хотя обсуждали довольно-таки серьезно, это интересная тема. И что, Виктор вот, Сергеевич, не томите. И пришли к выводу, что не надо ждать конца света, надо делать и строить планы на жизнь, надо самим нам создавать условия для того, чтобы эти планы реализовывались, не надо нам никаких потрясений, никаких революций. Сегодня мы с вами обсуждали, что вот Мытищинский район вчера был отмечен губернатором грамотный, почетный за 2011 год. Это прежде всего заслуга всех жителей Мытищинского района. Мы с вами изо дня в день, из года в год стабильно развиваемся. Может, мы этого не замечаем, но цифры – это упрямая вещь. Мы живем лучше, мы живем благоустроенные. У нас становится больше школ, больше детских садов. Наша жизнь становится комфортнее. Это из года в год подтверждается цифрами. Поэтому я бы хотел пожелать нашим жителям вот в конце эфира, чтобы мы также осознанно и сознательно относились к своим гражданским обязанностям, вот, делали вклад в развитие своего любимого Мытищинского района, и ни на какой конец света не надо смотреть, у нас еще очень много дел. Так что хочу поблагодарить за этот эфир
о конце света не думать, а впереди у нас еще очень много работы. И также держать марку вот лучшего района, одного из лучших районов Московской области нашим совместным трудом. Любите друг друга, уважайте друг друга, и у нас все получится. Какие замечательные слова. Это было пожелание от главы Мытищинского района Виктора Сергеевича Азарова, которого я благодарю за участие в этом эфире. Благодарю всех глав, которые были сегодня у нас в студии. Давайте пожелаем всем нам добра, счастья и радости. Пусть это у нас и будет с перспективой 2012 года. Спасибо за активное участие в этом эфире. Всего доброго и до встречи. До свидания.